Турниры по шахматам проходят с различным контролем и при этом по-разному называются. Это вводит в ступор многих начинающих шахматистов, а также родителей новичков. Так в каком же турнире нам играть? Сначала мы разберемся, какие бывают временные контроли, а потом разберемся, для каких целей стоит в каком-либо из них играть. Каждому игроку дается определенное количество времени на партию. Так, например, мне дали 10 минут на всю игру, и вам дали 10 минут на всю игру. Тот, кто будет думать над своими ходами больше положенного времени, проиграет. В современных турнирах время дается с добавлением. Добавление бывает по Фишеру или по Бронштейну. Игрок выигранной позиции, ну и при этом в цейтноте, без добавления времени был бы обречен. Но при добавлении хотя бы 5 секунд на ход, любую выигранную позицию можно довести до конца, делая ходы быстро, сколько потребуется. Итак, играем с добавлением 5 секунд. При добавлении времени по Фишеру добавляется 5 секунд к основному времени. Так, если вы мгновенно сделали более 12 ходов, вам добавится минута. Советский гроссмейстер Давид Ионович Бронштейн посчитал возможность настрелять время несправедливым и предложил другую систему добавления. Итак, например, вы снова играете рапид 10 минут с добавлением 5 секунд, но на этот раз по Бронштейну. При каждом ходе, лишь когда часы отчитают 5 секунд, начнется уменьшаться ваше основное время. Таким образом, если вы сделаете ход менее чем за 5 секунд, основное время не уменьшится, но и в то же время не добавится. Ну, другими словами, если вы думали 2 секунды, вам и будет компенсировано 2 секунды, ну, в пределах добавочного времени. Если игроку дается более 1 часа на игру, это классический контроль времени. Если менее часа, но при этом более 10 минут, это рапид. 10 минут и менее – блиц. Есть еще шуточный контроль – пуля. Там игрокам вообще дается по 1 минуте. Шахматисты, занимающиеся спортом профессионально, предпочитают играть в классических шахматах. Турниры по классике проводятся с записью партии. Благодаря большому контролю шахматисты могут глубже анализировать, выложиться по полной, а также, что важно, разобрать сыгранную партию. Игра в классике и разбор сыгранных партий – это очень важный компонент обучения во всех стадиях подготовки. Турниры по рапиду актуальны для новичков, а также для шахматистов, не имеющих возможность играть в соревнованиях несколько дней подряд. Такой формат шахмат представляет собой своего рода шахматный досуг. Турниры по блицу актуальны только для профессиональных шахматистов. Если опытным игрокам турниры с быстрым контролем могут помочь войти в форму, то для большинства игроков с юношескими разрядами могут навредить. Детям играть на турнирах по блицу желательно только при рекомендации тренера. Для некоторых шахматистов игра блица может дать опыт игры в цейтноте, после чего ученик может смело использовать основное время, будучи уверенным, что по истечении его он не растеряется. Для большинства детей игра в блице может приучить к вредной привычке поспешных решений.